Привет, доброе утречко. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Как дела? Нормально, хорошо. Дети все в школе, сегодня понедельник. Мы быстренько сейчас съездим в магазин. Мы хотим посмотреть алоэ, потому что мы купили недавно. Совсем такой маленький. Такой вот у нас совсем малыш. Мы уже одну веточку отрезали. Используем, едим алоэ и еще на лицо наносим. Потому что очень полезно. Поэтому мы хотим поехать посмотреть другой магазин. Может быть, там они немножко покрупнее, побольше. У нас сегодня дождик, такой ветер сильный дул. Но вообще тепло на улице. Думаю, мы сейчас поедем, съездим, пока бабуля спит. Спасибо. Ой, как вкусно пахнет в машинке. Вот, приехали. Очень большой магазин. Много растений всяких разных. Все для сада. На любой вкус и цвет. Все продается. Тут тоже ценники стоят. На каждый кустик тут все ценники. Лимончики какие. Вон большой как кактусы. У нас Макс очень любит кактусы. Ой, какая прелесть. Как настоящие котята. Красота. Черепашки. Морские свинки. Такой огромный прям алоэ. Он стоит сколько? Ну, Макс, если бы видел, он бы точно еще один какой-нибудь взял. Он очень любит кактусы. 9 франков стоит такой. Это денежное дерево. Интересный окрас такой. 178 стоит. Огромный. Лео думает. Что они там прям такие огромные. Тут можно просто наесться. На всю жизнь хватит. Que piensas? В Испании такие бесплатно растут. В Испании куча. На каждом шагу вот такие вот кактусы на улице. Прикольный. Смотрите, какой волосатый. 120 стоит. Поросята какие, ах. Прикольные. О, черепашка какая огромная. Это выглядит как настоящие прям. Лягушечки тоже. И вот это вот. Очень реалистично. Сколько такая стоит? 20 франков стоит. Черепашка. Стоит 10 франков, 11 почти. Но кошечки вообще прям прелесть. Котята. Сколько стоит один такой? 79,50. Вот это как называется, интересно? Скимия. Красивая очень. 60 почти, 60 франков. Чё, берём? Угу. Берем или нет? Ну, в общем, тут много всего. Заблудиться можно. Пальмочки, я очень люблю пальмы. Вот такую вот пальму. Ой, какая она жесткая. Она стоит 650 франков. Вот эта пальма. 1250, вот эта пальма. Ничего себе. Все, мы купили. Еще купили горшочек маленький, потому что тут у нее деточка есть пересадить. И подставки. Поехали. Тяжелая. О, все. Дождик пошел. Филька сразу смотрит, что такое принесли. Интересная, да, Бонь? Колючая, между прочим. Осторожно. Филя, Филя, что за страшное чудовище принесли? Мы сейчас позавтракаем. У меня творожок вчерашний остался. Колбаска, йогурт, сырок и хлебчик свежий. Заехали, купили свежий хлеб. Такой вот хрустящий. И такой серенький.
Приятного нам аппетита. Погода непонятная, это дождик, то солнышко. Вообще дождик должен быть. Хлебушек. Чем намазать хлебушек? Кто там пришел, Бунь? Ксюнчик пришел. Письма принесла. Кто-то свинья. Там свинка написала. Это что такое еще? Зачем нам свинка? Пришло письмо от полиции, штраф нашему папе. Мама! Должен был ехать 80, он ехал 86, 5 они убирают, и 1 километр, получается, засчитали ему, превысил. И за 1 километр 40 франков, пожалуйста. Мог бы он ехать 85, там бы ему 5 скинули, и все, 80 бы нормально. Нет, 86 мама, надо было. Мама, лучше будет им отправить деньги, чем мне в бакс. Нарушитель у нас папка, а? Он, когда я буду, нарушитель. Когда у меня будет машина, никогда мне не будет такая фигня приходить. Да? Ну это хорошо. Нужно всегда ездить. Всегда, по когда правилам. Папа быстро ездит, я говорю, чтобы он не так. Малыша вернулась. А? Как делишки? Нормально. Хорошо? Да сегодня утром не сдуло там? На остановке. Выходила. Ветер такой сильный был. Я думала, все, там унесет ее сейчас. Я выходила, и потом. Вообще, только немножечко дождь пошел. Но. И потом я туда, когда я там дошла до остановки, угу. Там очень сильно начало это. Ветер, дождь. Да. Думала, ну Маргарита пошла, там сейчас ее сдует ветром на остановке. Садимся. Руки моем? Руки моем? Моем руки. Тебе не нужно в обед идти в школу? Нет? Ты поела уже? Иди переодевайся, уроки делай. Мама, у моего учительница только учителя только эта игра. Что за игра? В телефоне. Ну, это когда мы делаем торт. Он иногда с нами это играет. Нет. English ура. Эмьо. У меня еще 15 минут. Не 15. У меня до 3. У тебя какого цвета глаза? Зеленые. Смотри сюда. Ну, посмотри, остановись. Сюда смотри. Серо-голубые какие-то. Зеленые. А ну-ка у тебя, покажи глаза. Покажи глаза. Нет. Глаза покажи. Мама. А что ты шапку кидаешь? Че надо? Сюда, посмотри. Мама. Тоже серо-голубые какие-то. Я сняла. Зачем? Почему ты выкинула шапку? Она тебе идет. Да. Надень. Нет. Я! Не ври. До 3 ты мне сказала. Маски в автобусе еще надевают. У тебя шпаргалка на руке? Нет. Что это? Это просто я, чтобы Долки. Знать, когда у меня этот тест. Тест? Mm-hmm. Все, гудбай. Я не пойду. Почему? Мне еще время есть. Давай иди. 12 минут, мама. Проветрись немножко. Я там 20 минут, хочешь, чтобы я там 20 минут стояла. Да. Свежим воздухом подышать. Ладно. Зачем ты подворачиваешь куртку? Потому что некрасиво. Чтоб попа замерзла? Пока. Это мои джинсы? Она у меня джинсы забрала, между прочим. Мои. Мои забрала джинсы. Мои джинсы. Давай это еще разобью. А что ты там гоняешь на машине? Он там бабуль. Я ни разу не попробовала. Я хочу попробовать. Вот прям руль шевелится, между прочим. Сейчас. Можно я попробую? Да, но мне нужно сильно нажимать. Вот. Давай я буду нажимать. Вот это. Пока, Ксюнь. Осторожно. Все. Нужно идти играет. Готовить, а я тут сижу я с Каролиной. Вот вот сделаю очень ей браслеты. Сильно, и потом мне так на палец. Вот так вот. Потому что у меня же эта обувь такая. Давай опять подрежу. Нет? Больно? Смотри, я соорудила рогатку. Немножко неправильно, нужно бумажку было посередине, потому что когда резинка натягивается, она вот так вот собирается. Нужно было вот здесь вот посередине ее наклеить. Ладно, потом буду еще делать. Так, с Ксюшей мы сейчас пойдем готовить, кушать. Вот такой браслет получился. Желто-зелененький. На. Все? Это же Макс, львеночек. Да. Это Макс. Макс, это твой львеночек?
А, да, Бонни хотела. Не давай, Бонни, она его съест. Бабушка! Нет, еще доставай вот этот, чтобы в перемешку. А тут еще есть? Да. В перемешку это я всегда делаю. Чистую свинину я не делаю. Вместе с индейкой. Будешь крутить? Угу, да. Как Сюнечку будут крутить, я буду делать тесто. Так, я тут делаю по рецепту. В общем, здесь написано на 500 грамм мука, а я делаю аж на 1,5. В общем, вот такое вот. Даем тесто отдохнуть 1 час. Кому-то надо? Тесто полежит, пока мы пойдем. Дайте им накрыть. Да, пленкой накрывай. Мясо тоже пленкой накрой. Я сейчас пойду снимать видео с Маргаритой. Быстренько снимем. Она пришла со школы. Потом буду дальше готовить. Как раз тесто отлежится. Я буду делать уроки. Все, пойдем, Марго. 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 Пойдем. Солнышко сядет, не сможем снимать. Освещения у нас нет. Все, мы закончили. Ты уроки делаешь? Здравствуйте, мистер Макс. Мистер Макс. Эй, мистер Макс. Как дела, мистер Макс? У него зуб лезет. У него такие огромные зубы, посмотрите. У Каролины и у Макса папины зубы. Вот у папы тоже очень крупные. Чебургены пойдем жарить? Он там уже на столе. Догони ее быстро. Догони ее. Стоп, все. Сейчас будем делать. Делай. Смотри, как фигня. Вообще-то мне тут один правильный, второй неправильный. И потом я ему это сказала, и он сказал, я тебе там еще 0.5. И у меня 4. Но он это сюда не написал, он просто себе вот так вот записал. Ну это 4. Кто у нас тут спит? Привет! Тесто у нас готово. Лук, мясо. Перемешиваем, делаем фарш. Можно мне дырку взять? Я вот думаю, не надо. Я вот думаю, весь фарш это, наверное, много будет или нет? На запах сейчас к нам в гости придут. На чебуреки. Так, все, мы уже налепили. Сейчас подождем немножко, буду дальше. Тут места нет. Сколько штук получилось? Сколько штук насчитала? Сколько штук насчитала? 27. Это еще не считая, что мы съели уже штук. Макс съел 4, плюс Маргарита где-то 3. Ну, короче, около 10 штук съели. Так было где-то 37. Где-то около 40 у нас получилось, в общем, на 1,5 килограмма муки. Вот. Чебуречки наши. Последние сейчас дожарятся, и все. И будем кушать. Снежка? Фарш, конечно же, у меня остался, я знала, что так и будет. Но, в принципе, даже хорошо, я сейчас заморожу. Сделаю фрикадельки и заморожу. Мама, вот эти вот... Или могу оставить до завтра и завтра пельмени слепить. Да? Ну, в общем, посмотрим. Я думаю, ничего до завтра не будет.
Так, детки, конфетки. Маргоша уже уснула. Она уже не выдержала время. 8:30. Она уже спит. Все, порядок навели? Пижамку надели? Зубки чистим? Играть. Ишь ты какой хитрый. Играть. И спать. Нет, играть. Я уже тоже устала. Я сегодня пораньше лягу. Я хочу играть. Завтра нам нужно с папой рано-рано утром, 6:30 по делам. Мы поедем в другой город. Мне нужно в посольство киргизское. А, кое-какие документы сделать. Вот. И вы пойдете с Ксюшей в школу. Хорошо, Ксюша вас разбудит. Маргарита рано уйдет. Так что завтра Ксюша у нас за старшую. Да? Нет, Ксюша да. Мама. Ксюша мама завтра будет, да? Да. Ксюша очень ответственная в этом плане. Вы уже большие детки, самостоятельные, поэтому... Все тогда у вас получится. Будем делать дело, делать. Я вам завтрак приготовлю, ланчбокс приготовлю и уеду. Хорошо, вы еще спать будете. Ксюша в 7 часов проснется и вас разбудит, окей? Да. Договорились? Хорошо себя будете вести? Будете слушаться Ксюшу? Молодцы. Наконец-то нет. Молодцы, ты красила глаза? У тебя черно под глазами. Давай, мой. Деловая тушь опять. У Маргариты взяла, да? А кого? Нет, вот это вот. Мама. Бери ватный диск. Смочи его немножко. Диск. И вытирай глазки давай. А то завтра пойдешь с черными глазами. Учительница скажет, ты что, не спала, что ли, всю ночь? Синяки под глазами. Вот. Теперь протирай. Нет, тебе зачем, Макс? Это. Вот, теперь протирай. И один глазик, и другой глазик. Макс, ты давай бери щетку и пасту. Давай, давай. Все, всех уложила. Даже сама уснула. Где-то часик проспала с Максом. Ой, так что... Время сейчас 22:15. Буду я собираться спать. И, скорее всего, влог я смонтирую завтра в дороге. Потому что ехать нам все равно 3 часа. Лучше я сейчас лягу спать. Потому что вставать в 5 часов утра. Вот. И вот этих 3 часов хватит как раз влог смонтировать. И потом, когда мы вернемся домой, я его сразу выложу. Как раз в то же время, в какое обычно они выходят. Вот. Так что... Буду я отдыхать. Не успею смонтировать сегодня видео Маргариты, поэтому, скорее всего, оно выйдет в среду. Смонтирую я завтра вечером, и в среду оно выйдет. Так что все. Всем пока. Спокойной ночи. Так, будем спать. Всем пока.